Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Я хочу поехать на пикник. Начинается новый день. Привет, Тайо. Привет. Похоже, что Рогги куда-то очень спешит. Куда он поехал в такую рань? Сейчас выясним. Рогги! Да, секундочку. У-ху, как приятно. Зачем ты так рано встал? У меня много дел. Каких же? Извини, мне пора. Ну вот. Рогги, ты так и не расскажешь мне, куда ты едешь. Ладно уж, я собираюсь на пикник с друзьями. На пикник? Это так весело! Можно с тобой? Да, как же работа? У меня-то выходной. Ах, да, совсем забыл. Везет же тебе. Доброе утро. Привет. Заправка окончена. Ну вот и все. Увидимся вечером. Что это наш Соня поднялся так рано? У него выходной, и он едет на пикник. На пикник? Мне тоже хочется. Тайо, как обычно, возит пассажиров в центре города. Привет, Тайо. Привет, Тото. Что-то случилось? Нет, все в порядке. А почему же ты такой грустный? Да, я тоже хочу на пикник. На пикник? Ага, наш Рогги отправился на пикник. Так поезжай вместе с ним. Спиди! В чем проблема-то? Раз тебе хочется. Но я же должен работать. Тогда, может быть, завтра? Давайте устроим пикничок для троих. А это мысль. У меня завтра выходной. О, это круто! А ты сможешь? Я боюсь, что не получится. Тайо рад бы поехать, но завтра он тоже работает. Жалко. Тогда мы с Тото поедем без тебя. А вместе было бы веселее. Тото, жду тебя у входа в музей в 12 часов. Договорились. Надо выбрать местечко для пикника. Я тоже хочу поехать на пикник. Может быть, на берегу реки? В ту ночь Рогги рассказывал о своей поездке. Мы поехали прямо к реке. Прохладный ветерок, красотища! Как здорово! Я хочу спать. Пора в постельку. Надо же, я и не думал, что уже так поздно. Спокойной ночи! Добрых снов! Мне так хочется на пикник. Должен быть какой-то способ. Точно! Кажется, Тайо что-то задумал. Настало утро. Что случилось? Тайо, что произошло? Почему ты кричишь? Мне так плохо. Что случилось? Хана, наш Тайо заболел! Я всех обманул. Как он, Хана? У него все работает. И все же, на всякий случай, я думаю, что Тайо стоило бы отдохнуть денек здесь, на станции. Прекрасно! Все идет точно по плану. Правда, тогда кому-то придется его заменить. Может быть, мне взять его маршрут? Тебе, Ганни? Да, у меня тоже выходной. Ганни? Мы надеемся на тебя, Ганни. Хорошо, я не подведу. Так у Ганни сегодня выходной. Ни о чем не волнуйся, просто отдыхай, Тайо. Хорошо? Спасибо тебе, Ганни. До встречи! Ганни будет работать за меня. Тайо. Иди отдыхать в гараж. Позови, если тебе станет хуже, хорошо? Хорошо. Есть кто-нибудь? Мне стыдно перед Ганни. Но это всего один день. Тайо предупреждает.
притворился больным для того, чтобы отправиться на пикник. Почему его до сих пор нет? Тато! А? Чего ты так долго? Извини, можем ехать прямо сейчас. Эй, а как же я? А? Таю! Вы еще здесь? Я поеду с вами. Но ты же говорил, что работаешь. Класс! Чем больше, тем будет веселей. Мы отлично проведем время. Все готовы? Поехали! Вперед! Приключения Таю. Вот это да! Ну разве не здорово? Ага, это просто потрясающе! А? Что это? Эй, там посреди дороги стоит машина. Надо узнать, что случилось. У нас нет времени. Поехали! Да, но если она попала в беду? Клянусь своим мотором. Только на минуточку. Опасно стоять на проезжей части. Я знаю. Но у меня снова заглох двигатель. Что? Двигатель? Что с тобой? Двигатель сломался. И она не может ехать. Ребята, чего вы ждете? Пора ехать дальше. За мной. Как же нам быть? Тото. Ну, мы не можем же бросить его здесь. Большое спасибо. Пустяки, приятель. Прости, Спиди, я не могу с вами ехать. Что? Я должен отвезти беднягу на ремонт. Да ты что? У тебя же выходной, Тото. Но я не могу бросить машину в беде. Тото. Стой, а как же наш пикник? Может, в следующий раз? Ничего, вы повеселитесь и без меня. Таю стало немного стыдно, что он решил прогулять работу ради развлечений. Ганни старается изо всех сил. Осторожно. Привет, Ганни. А? Привет, Нори. У тебя же выходной. Таю заболела, а я его заменяю. А, понятно. Устал, наверное. Вовсе нет. Надеюсь, что Таю уже лучше. Ну, я поехал. Ладно, пока. Надо навестить Таю. Я не знала, что он болен. Куда же я дела отвертку? Хана! А? У этого бедняги проблемы. Правда? Подвези-ка его поближе. Ага. О, спасибо. Прости, я испортила тебе выходной. Все в порядке. Это моя работа. Ты меня просто спас. А? Сегодня твой выходной? Ты очень ответственный, Тото. Спасибо. Но я поехал. Пока! Будь осторожен! Пока! Должно быть, Таю и Спиди сейчас вовсю веселятся. Ну и чем займемся? Ганни поехал работать в выходной вместо меня. А, я знаю! О, расскажи! Придумал нам развлечение? Прости, Спиди, но я должен ехать. Что? И ты туда же. Извини, еще увидимся. Таю! Таю! Ты не можешь так меня бросить! Хорошо, попробуй потихоньку. Ладно. Вот так. Хана! Нури? Таю заболел, да? Да, он сейчас отдыхает в своем гараже. Поеду поздороваюсь. Хорошо. Она за него волнуется. Ну, как самочувствие? Куда лучше, спасибо. Но мне пора. Пока. Пора отдохнуть. Хана! А? Таю нигде нет. Он уехал больной. Правда? Сегодня пассажиров не так много. Гони! Таю? А что ты здесь делаешь? Тебе уже лучше? Ага, я выздоровел. И прости меня. Простить тебя? За что? Мне так стыдно. Но за что тебе стыдно? Неважно. Я закончу маршрут сам, а ты можешь отдыхать. Хорошо? А? О, как скажешь, Таю.
Добро пожаловать! Что на него нашло? Куда же он мог исчезнуть? Привет, вот и я! Что-то ты рановато, Ганни. Да, просто Тайо приехал и велел мне возвращаться на станцию. Вот как? Он сказал, ему уже лучше. Все равно, он не должен был уезжать, не сказав мне. Он вел себя немного странно. Странно? Странно? Я ведь помог ему, потому что он заболел. Но он начал извиняться передо мной. Вот как? Может, из-за того, что ты пропустил выходной? Может быть. Добро пожаловать! Как всегда, полон сил. Ты не устал на работе? Нет, нисколечки не устал. Веселый маленький автобус. Мы отправляемся! Благодаря Ганне и Тото, Тайо понял, как важна ответственность. Ну что, больше не будешь отлынивать от работы, Тайо? Нет! Я помогу, Биг! У почтальона Тони сегодня отличное настроение. Если красный свет, не забудь затормозить поворотник ключи, чтобы линию сменить. Если правило, ты знаешь, что опасности нет, и аварии не будет, если этот знак куплет. А это контейнеровоз. Его зовут Биг. А? Ты заехал за линию, а? Биг. А? Правда? Это опасно для пешеходов, которые переходят дорогу. Прости, я не заметил. Спасибо, что сказал. А? Прошу, будь аккуратней. Хорошо, конечно. О! Тайо! А? Привет, Тони. Ты улыбаешься? Произошло что-то приятное? Да, сегодня всех юных автобусов отпустят пораньше. У нас на станции сегодня будет вечеринка! Ясно. Тони, приезжай. Будет весело. Не могу. Сегодня очень много заказов. О, очень жаль. Но я успею, если потороплюсь. Правда? Будем тебя ждать. Тогда увидимся на станции, Тони. Пока. Похоже, надо поспешить. Папа, папа! Когда привезут мой игрушечный автобус, мне так хочется с ним поиграть. Скоро, скоро, сынок. Смотри, вон Тони. Посылка для вас. Ну, наконец-то! Почему вы ждете на улице? Моему сынишке не терпится поиграть с новой игрушкой. Ясно. Теперь-то он сможет с ней наиграться. Ух ты! В какой же коробке игрушка? А? Опасно перевозить столько груза сразу! Я должен ему объяснить! Тони, какая коробка наша? Ах, да! Должно быть вот это! А? Отлично! Да! Все, мне пора ехать! А? Эй, это опасно! Стой! Стой! Похоже, он спешит. Папа, открывай коробку! Хорошо. Что это? Это не мой автобус! Работа закончена, можно и возвращаться. Что стряслось? Дело в том, что Тони только что доставил нам посылку, но он перепутал коробку. Это подарок моему сыну. Как же мне быть? О, Тони. Нам нужно было бы поменять коробки. Но Тони уехал. Что ж, я найду Тони и скажу ему. А? Правда? Тебе это не трудно? Я уже закончил работу. Никаких проблем. Мы очень благодарны. Спасибо. Спасибо, мистер Биг. Фух, я все доставил. Закончил раньше, чем я думал. Теперь можно и на станцию. Тони! Тони! Биг? Вот ты где. Я повсюду тебя ищу.
ищешь меня? Зачем? Ты перепутал коробки. Что? Не может быть! Ошибаешься. Мальчик должен был получить автобус. Автобус? Значит... Хорошо! О, нет! Поторопись, они все еще ждут. Если я вернусь, то точно опоздаю на встречу с Тайо. О чем это ты? Я собирался на вечеринку на станции. Ну что ж, выбора нет. Я сам виноват. Что ж, я могу ее отвезти. Правда? Ну да. Отправляйся на станцию к своим друзьям. Биг, тебе правда не трудно? Да, пустяки. Я рад помочь. Вот, спасибо. Без проблем. Приключения Тайо. Ура! Мой автобус! Спасибо, что выручил нас, Биг. Пожалуйста, друзья мои. А теперь мне пора. Так что пока. До свидания, мистер Биг. Спасибо. Я рад, что смог помочь. Как много машин. Похоже, что впереди пробка. Тони и маленькие автобусы весело проводят время на станции. Осторожней. Здорово! Настоящий рекорд! Да, я мастер! Ты молодец, Тони! Да! Просто надо знать правила движения! Что-то наша Лэнни задерживается. Она вот-вот приедет! Давайте играть в прятки! Ура! Как тут много машин. Мне бы на главную дорогу. Попробую протиснуться. Поехали. Я едва не врезалась. О, простите. Как же мне быть? Машин слишком много. Давай-ка вперед. Чего ты там ждешь? Эй, почему ты не едешь? Это нехорошо. Почему здесь так много машин? Другие автобусы должно быть давно на станции. Это Биг. Биг! Привет, Лэнни. Что ты здесь делаешь? Я пытался вписаться в этот поворот, но застрял прямо посередине. О, нет. Что же ты будешь делать? Быстрее, мы все торопимся! Извините. Прости, Биг, я должна ехать. Ну ладно. Я тебя вижу. Ты меня напугал. Я уже всех нашел. Я думал, ты меня не найдешь. Похоже, Тони нашел Тайо. А вот и Лэнни. Простите, что опоздала. Лэнни! Привет. И Тони тоже здесь? Да, я приехал после работы. А почему ты так поздно? На улицах так много машин. Я беспокоюсь за Бига. Он застрял в пробке и не может сдвинуться с места. Биг? Да, я хотела помочь, но ничего не смогла сделать. Значит, он застрял из-за меня. О чем ты? Я допустил ошибку, а Биг исправил ее за меня. Я должен ему помочь. Тони! Подожди нас! Ну! Какая ужасная пробка! Где может быть Биг? Он там, впереди! Так он никогда не сдвинется с места! Ребята, ну-ка в сторону! Там застрял большой грузовик! Дадим ему место! Почему никто меня не слушает!
Я должен найти способ привлечь их внимание. Тони, сделай что-нибудь! Точно! Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы спасти его! Погудите, чтобы привлечь внимание, а я объясню всем, что делать. Хорошо, Тони. Гудим на счет три. 1, 2, 3. Йоу, никому не нравится в пробке стоять. Все планы на смарку приходится ждать. Так можно пропустить остаток дня. Если хочешь ехать дальше, послушай меня. Думай о других, и все будет как надо. Пробка рассосется, машины будут рады. Следуй правилам! Правилам! Безопасности! Безопасности! Ух ты! Теперь я могу ехать. Биг вписался в поворот. Победа! Спасибо вам за помощь. Ну, мы же друзья. Хорошо, что не случилось аварии. Извини, Биг. Если бы я не ошибся с коробкой. Не волнуйся об этом. Я всегда счастлив помочь другу, если могу. Хотя мне пришлось поволноваться. Все равно. Спасибо. Эй, хочешь попробовать спеть со мной? Я спеть? Правда? Да, делай как я. Йоу, если красный свет, не забудь затормозить. Если красный свет, затормози, йоу. Неплохо. Пение это не мое. Попробуй еще раз. Если красный свет, если красный свет, не забудь затормозить. Как здорово, что Биг и Тони всегда готовы выручить друг друга. Тони очень благодарен Бигу за его доброту. Озвучено компанией Лайлок. Тайо взрослый! На закате маленькие автобусы играют на площадке. Съезжаем! Как здорово! Давайте еще разок! Эй, ребята! Сито! Вот вы где. Ребята, скоро уже ночь. Всем пора домой. Ну, можно еще немножечко, немножечко, пожалуйста. Нет, ночью играть очень опасно. Так что поехали. Ладно. У меня еще есть дела, а вы идите спать. Ладно. Я так хотел поиграть. А куда Сито поехал? Не знаю. Может, он поехал играть? Вот бы я мог ездить на площадку, когда захочу. Хорошо бы. Пора вставать. Ну, Хана, еще 5 минут. Нет, просыпайтесь. Ладно. Как же так? Вот почему взрослые еще спят? А мы должны вставать рано. В конце дня Таю возвращается на станцию. Почему взрослым можно гулять всю ночь и долго спать, а нам нет? Так нечестно! Бабушка! Я могу помочь вам. Мне нужно домой, но у меня колесо спустилось. Ясно. А хотите, я вас довезу? Правда? Отвезешь? Конечно! Бабушка, приехали! Спасибо тебе большое, что довез меня до дома. Не за что! И в награду за твою доброту я исполню твое желание. О, желание! Совершенно верно. Я ведь волшебная машина и умею исполнять любые желания. Не может быть!
Но ты, кажется, мне не веришь. Тогда смотри. Вот, теперь убедился? Да! А теперь говори свое желание. Желание... Точно! Я хочу стать взрослым! Взрослым? Да! Будь я взрослым, я бы по ночам играл, а утром высыпался бы! Так это твое желание? И ты не пожалеешь? Никогда! Ну, хорошо. Твое желание исполнено! Она исчезла. Что это было? Привет! Эй, ребята! Здравствуйте! Как прошел ваш день? Ребят, вы что? Перестаньте дурачиться! Хватит! О чем это вы? Тайо! Старшая сестренка! Тайо, какая я тебе старшая? Что? Что происходит? Тайо! Привет! Сито! Да, что-то не так? Не может быть! Сито стал ребенком, а я, значит, стал теперь взрослым! Что с тобой? Ничего! Слушай, Хана, если не возражаешь, я бы сейчас взял детей на площадку. Взять их на площадку? Да, конечно. Правда? Даже если мы вернемся поздно? Конечно, ты ведь за ними присмотришь, так что я спокойна. Здорово, сработало! Тогда увидимся! И взрослый Тайо повез детей на площадку. Как здорово гулять ночью! Взрослым быть очень хорошо! Не догонишь! Стой! Удрал! Ага! Смотри, Ханна! Попался! Да Сито просто пошутил! Я подумал, за нами правда Ханна пришла? Зачем ей приходить, когда с нами Тайо? Да, Тайо? Да! Сегодня можете играть сколько захотите! Здорово! Приключения Тайо! Отлично поспал! О нет! Я проспал все на свете! Постойте-ка! Я же теперь взрослый, и никто меня не отругает! Так, чем бы мне сегодня заняться? Они до сих пор спят! Как странно! Они ведь опоздают! Эй, Пэт! Руки! Маленькие автобусы сегодня не вышли на маршрут, а люди их прождали все утро. Но дело в том, что они еще спят. Ты должен был их разбудить. О чем ты думал? Но я и сам поздно встал. Что? Ты тоже проспал? Но ты ведь несешь за малышей ответственность. Но я же не виноват. Что происходит? Почему проспали они, а ругают за это меня? Так нечестно! Но теперь все ушли, и я могу повеселиться! Тайо! Вот ты где! Нам пора! Куда пора? Как куда? Купить запчасти для наших малышей! Запчасти? И расписание маршрутов еще надо составить. Пойдем! И Тайо поехал покупать запчасти, а потом составлять расписание. А этот можно поставить сюда. Ой, это так сложно!
можно! Какой тяжелый день! Сколько у меня было дел! Уже темнеет! Но я же теперь взрослый и могу играть хоть всю ночь! Таю! Ной, ну что еще? Как что? Тебе пора на маршрут. Сейчас? Но почему я? Да потому что малышам нельзя ездить так поздно. Так взрослые автобусы спят, потому что они работают по ночам. Ну же, ты опаздываешь. Езжай. Ну ладно. Я сегодня совсем не отдыхал. Мне уже давно пора спать. Я так устал. Все в порядке! Мы чуть не врезались! Смотри, куда едешь! Простите! Опасно! Спокойной ночи! Так ездит! Наконец-то день закончился! Не думал, что быть взрослым – это так тяжело! Хочу снова стать ребенком! Быть маленьким! Что с тобой, Тайо? Мисс Волшебница! Ты ведь, кажется, хотел быть взрослым. Я думал, взрослые могут делать, что хотят, но оказалось, это так тяжело. Я понимаю. У взрослых и правда больше свободы, но и обязанностей больше, намного больше. А вы не могли бы превратить меня обратно в ребенка, пожалуйста? На этот раз не пожалеешь? Ни за что! Ну, так и быть. Желание исполнено. Мисс Волшебница, я опять маленький? Поеду узнаю. Привет! Тайо, уже поздно. Где ты был? Мы же говорили, что ночью небезопасно. Ура! Я снова ребенок! Чему это он так радуется? Простите меня! Сито, Хана, я больше никогда не буду опаздывать! Я буду вести себя хорошо! Ну ладно. Тайо понял, что быть взрослым не так легко, как кажется. Он был рад снова стать ребенком. Озвучено компанией «Лайлок».